первая поимочка у нас до запуска. Она еще шевелится, если можно, даже показать вот блесенку. О, ратун. Понятно. Спасибо. Всем доброе утро и снова здравствуйте. Вас приветствует администрация Голицына Фиш. 22 марта. Весна вступила в свои права. Погода очень хорошая. Вот наши гости-рыбачки, посетившие нашу рыбалочку. Вот у нас уже прекрасный пол до запуска. Поймал рыбку. Вот сейчас, не сейчас, а в 9:00 будет произведен запуск. Пока рыбачки подготавливаются, расставляются, выбирают места, ждут запуска рыбы. Но остальное будем выкладывать. Все увидят и все услышат. Всем хорошего, доброго, мирного дня. Первая поклевочка на постовочку. Ну, закиньте, а. Так, Багорик, подайте, пожалуйста, багорик человеку. Не может справиться. Нет, вон лежит, вон. А ты только свои можешь? Да нет, тут рука есть. Вот это багорик, конкретный багорик. На что у вас? А вон уже. Паста желтая, да, Свет? Да, да, да. Все, спасибо. У нас заработал. Так, 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 потихонечку заводим, заводим. Стараемся. Багорик в руках. Как только можно. Ну. Сюда, сюда. Уговариваешь ее, да? Правильно. Опа, есть. Ратун сработал у нас. Спасибо. Кто знает правильно, как его назвать. Ну, и... Опа, опа, оп, не отходит. Смотрим, смотрим. Ох, хороша. Краса и гордость. А на что? Банка резины. Баночка резины у вас. Бонус. На что? На что вы взяли? Паста. Рок сработал, крутит, крутит катушечку. Опа. Ну это так резко. Сошла. Сошла, да? И посмотрим, что она творила. Да не сошла она. Она на месте. На что у вас? Паста. Паста, желтый сыр, да? Класс. Желтый сыр, да. Все. У нас работочка, у нас на постовушечку наклоняет, наклоняет, наклоняет. Рыбачок не спеша идет, багорик в руках. Все это так. Ох ты, так перестала почему-то. Попробовал. Нет, нет, нет. Опа, аккуратненько, аккуратненько. Не спеша. Не спеша. Так, 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 так. Есть такое дело. То же самое паста. Ну и вот еще бонус у нас. Что заработала? Есть подсечка. Сейчас. А, ну все. Тихо, тихо, тихо. Оп. Паста. Желтый сыр. Вторая с этой луночки. Прекрасно. У нас рыбка не перестает клевать. Сейчас посмотрим. Подойдем, спросим человека, на что и как. Вот. Аккуратненько. Вот она здесь по центру. Скажите, у вас на что она взяла? Блесенка. Вот такая. Спасибо. Вот она лежит на дне. Так, что у нас? Очередная на постовушечку была поклевочка, но, так, смотрим, смотрим, нет, вот идем, поклевочка заработала, смотрим, смотрим, разматывает, как она тут активна. Себя ведет, как она активно себя ведет, как она активно себя ведет. Так, смотрим, смотрим аккуратненько. Сопротивляется конкретно. Сопротивляется конкретно. Далеко, далеко. Так, 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 смотрим. Процесс вываживания. Вот. Аккуратненько.
аккуратно сопротивляется, сопротивляется. Разводит на месте. Рыба, что ли? Рыба вроде, да. А что вы думаете, что еще может быть? Водолаз. Водолаз? Ну, конечно. Сопротивляется, да? А конечно. Вот так вот. Руками упирается. Руками упирается. Опа! Красота! Скажите, пожалуйста, на что у вас? На что? Расскажите. Спасибо. Спасибо. Ну, да, или там второй. Спасибо.